Всем привет! В этом видео я покажу, где находятся все свиньи-копилки, которые находятся на планете Ярила. Поехали! Первое место — это пригородные снежные поля. Я нахожусь сейчас недалеко от этого телепорта, и здесь явно бегает одна из свиней. И мне нужно будет ее поймать. Вот она. Есть! Основная, ребят, важный момент. Вам нужно максимально быстро по ней ударить. Перед тем, как начнется битва. Если вы не успеете, она реально просто убежит, и... Поехали. Да и здесь тоже нужно время не терять и максимально быстро ее убивать. Основная цель — это она. Она также может убежать, ребята. Да, это будет очень сложно. А нет, смотрите, она пробивается. Хорошо. Ух ты, там даже достижение какое-то дали. Все, по-моему. Есть. Замечательно. Но она действительно очень полезная. Ребята, если что, свинья находится вот здесь вот. Вот в этом месте. Следующая свинья находится в локации под названием Сточный проход. Сейчас я нахожусь рядом с будкой вот в этом месте. Вот она, будка. Поэтому давайте попробуем ее уничтожить. Вот так вот. Но на этот раз я хочу кое-что проверить. Если я включу автоатаку, насколько быстро сможем ее убить? И сможем ли ее до того, как она убежит? Ты, я пробиваю довольно неплохо. Обалдеть! Ну просто у меня пачка прокачана, конечно же. Следующая свинья находится в зоне запретная. Зона среброгривых стражей на Ярилу 6. Нахожусь я сейчас вот здесь, вот можно сюда добраться с помощью этого телепорта. Давайте спустимся по лестнице и... Она вот стоит здесь, бьем быстрее. Ух ты. Было очень близко. Так, ну основная цель — это, конечно, она, поэтому я буду вручную здесь все делать. Она то она убежит, это будет печаль. Так, 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 так. Есть. Ну, в принципе, это уже не соперник. Главное, что свинью мы уничтожили. Да, свинья плюс свинья, ребят. Следующее место, где находится свинья-копилка, это коридор исчезающего эха. Находится она вот здесь, в этом углу. Сейчас я недалеко от нее. И чтобы сюда добраться, можно использовать вот этот телепорт и бежать с помощью вот этого вот коридора. Здесь пока что заблокировано, возможности пройти нету. Если у вас открыты данные ворота, вы можете, конечно же, пройти сюда. И вот здесь вот она уже ждет нас. Поехали. Я надеюсь, она не убежит. На автоатаке попробуем. Слушайте, что ты делаешь-то? Свинья убежит. По свинье бей, по свинье, пожалуйста. И... Есть, свинья не убежала, ребят. Свинья наша. Следующее место — это холм Вечной Зимы. Свинья-копилка находится вот в этом месте, где я сейчас нахожусь. Сюда можно добраться с помощью вот этого телепорта. Там свинья-копилка! Свинья-копилка, естественно. А вот и свинья-копилка наконец-то, да? Кудурин.
Она же не сбежит, я надеюсь. Давай. Есть! Мы ее уничтожили. Свинья-копилка, которая находится в большой шахте. Чтобы до нее добраться, нужно использовать вот этот телепорт. Находится она где-то здесь. Давайте попытаемся ее поймать. Вон она стоит, отлично. Успел? Есть! Я не знал просто, как работает Клара со своим этим. Так, давайте на автомате посмотрим. Неплохо, неплохо. Это было быстро довольно, я так засмотрелся, что даже и не заметил. Прекрасно. Заклёпград, свинья-копилка. Я сейчас нахожусь в этом переулке. Сюда можно попасть, используя, например, вот этот телепорт. Она находится вот здесь, вот в этом переулке. Смотрите. Надеюсь, мне удастся, да? Ударить хотя бы. Есть, успел. Так, отлично. Осталось теперь только ее уничтожить. Давай, верь, на тебя вся надежда. Идеально. Просто супер, даже сказать нечего. Смотрите, фазовый банкомат. Подождите, им даже дали что-то за это. Грязная лента с колокольчиком. Очень красиво, да? Пришло время наконец-то найти последнюю свинью, которая находится в поселении роботов. Находится она вот здесь, вот внизу. И эта локация разблокируется у вас только после того, как вы проходите сюжетную линию. Ух ты, я не видел. Смотрите, девочка на роботе сидит. Так, ладно, поехали за свиньей. Вот она. Быстро, быстро! Не убежать, не убежать тебе. Последняя свинья. Обалдеть, она улетает очень быстро. Но она не сбежит, ребят. Она не сбежит. Кстати, не забываем подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик. Смотрите видео всегда до конца и не забывайте подписываться на все каналы, ссылочки которых вы найдете в описании к этому видео. Для меня это очень важно. И это была последняя свинья.